вами Апарал из города Керетаро. Сегодня мне предстоит поездка. Нужна поддержка моей подруги, поэтому я уезжаю и быстро делаю это видео. Мое отношение к деньгам — сегодняшняя тема. И здесь у меня вот разные монетки. Евро, тенге и фунты стерлинги. Здесь тоже есть российские рубли и мексиканские песо. Раньше я относилась к мелочам, как к мелочам. Но после финансовой мастерской и после тех книг, которые я прочитала, я изменила отношение к деньгам. И я сейчас к ним отношусь с уважением. Какая бы валюта ни была, какой бы величины она ни была. И слава Богу, потому что раньше я была подвержена различным теориям, что не в деньгах счастье, там деньги портят людей и так далее, и так далее. И мне было даже немножко неудобно, когда я зарабатывала больше, чем другие. Но сейчас я понимаю, что каждый зарабатывает столько, сколько он себе позволяет зарабатывать. То есть сколько у него в голове тараканов, те они и не дают ему зарабатывать столько денег. Поэтому я бы рекомендовала всем разобраться и выяснить эту связь между количеством денег и теми представлениями о деньгах, которые происходят у каждого в голове. Сейчас я считаю деньги каждый день, сколько я трачу, сколько я получаю. У меня все расписано по счетам, у меня есть программа, которая называется Family Pro. Она, в принципе, достаточно хорошая. Но есть некоторые нюансы, которые технически я выясняю с компанией, но тем не менее она, в принципе, достаточно хорошая, учитывает много чего, вплоть до акций и расчет кредитов. Вот единственная проблема у нее с расчетом валют. Для меня это важно, потому что я перемещаюсь по различным странам и, естественно, разные валюты использую. Но у меня сейчас не так достаточно денег, поэтому я считаю, что мне еще нужно поработать и выяснить, почему же я не могу позволить уместить в голове там миллионы. Ну, на этом все. До завтра. Пока. Спасибо вам за все репосты, за комментарии, за то, что вы столько дней продержались в этом марафоне. Еще осталось чуть-чуть. Давайте уже доделаем все. Но пока. Hi everyone, this is Akmaral from Querétaro. Today I'm going to have a journey because my friends need a support. So therefore I'm going to quickly make this video and I'm leaving. So here's the different coins. The pounds, the euro, tenge and rubles, Mexican peso. And nowadays I respect every coin, every currency, which wasn't happened before. Before I was influenced by many mistaken ideas like that money will not bring happiness, or money spoil people. But thanks to their master classes and the books I'm reading, I've changed all of these foolish things, because actually everything is related to money. I cannot be happy if I don't have money to buy an ice cream for my child, if I don't have money to go and color my hair, or to spend money and to visit my parents. No, actually money is very important, and I need to stop following the stupid things telling that money is not bringing happiness. It is as important as a family, as their nature, as everything. So I do respect money, I do love it, and I guess the quantity of the money we have in our lives depend of the restrictions we have in our brains. If we are restrict ourselves, then we are going to have the same quantity. So at the moment I don't have
such a lot of money that I wanted, but I'm working. What kind of restriction I'm having in my head? What is holding me to earn a lot? So this is a job to do. That's it, I think. Oh, see you tomorrow. The marathon is going to finish soon. It is actually in 2 days. Or tomorrow. In 2 days, yeah. So I'm thankful to all guys who participated in this marathon during 40 days. So let's finish it. Let's hold till the end. That's it. See you tomorrow. Bye.